Ну что ж, ребят, всем привет! Ну что, я думал, что другая на самом деле игра победит в голосовании. Не китайская версия, да, ПВЗ, а Battle Cats выиграют. Ну, раз вы хотите китайскую версию, давайте играть в китайскую версию. В общем, мы будем продолжать с того момента, как в прошлый раз, на прошлом стриме остановились. Кто-то был, кто-то не был, но в записи сейчас каждый день китайская версия будет выходить, вы вспомните. Увидите, как я там проходил. Играл я где-то 2 недели назад, по-моему, в китайскую версию, или 3 недели, я уже забыл на самом деле. В общем, такие дела. Так, так как тут сложно, давайте по второму разу проходить, потому что нам надо открыть кое-что. Видите, у нас здесь в китайской версии, я сейчас покажу еще раз, мы получаем звезды, и за звезды можем какие-то растения открывать. Вот, например, мы недавно открыли растение, которое дает нам выращивать еду, видите, и дальше, смотрите, на 55 звезд у нас лава гуава будет. Дальше, что интересно, вот с будущего орех будет, стенка, да. И вот я жду вот за 85, видите, что-то такое летающий какой-то корабль, непонятно, что это. Возможно, он только на уровне, где у нас новый уровень, новый мир, только там может, можно использовать, я не знаю. В общем, посмотрим. Ну, а все остальное, ну, это у нас как бы... А у нас пенька разве не было? Мы же через пенек играли, а почему он здесь открыл? А, он второго уровня, заметьте, второй уровень. То есть мы его уже открыли, да, это типа апгрейд пенька только будет. Ну все, короче, давайте тогда с этого летающего мира начнем, что ли. А нет, давайте вначале с пиньяты китайской. Здесь вот кнопка какая-то дает пиньяту. Сейчас я вспомню, какая. Вот это что-то дает. Сейчас мы вспомним, какие кнопки. А, это типа апгрейды, да? Мы выбираем что-то там проапгрейдиться. Я так и не понял, что это, но... А здесь даже одного растения не хватает у нас. У нас всего 9 растений, типа. Ладно, здесь это не жмем. Сейчас назад. Сейчас начнем. Сделай игру погромче в 2 раза. Пока что нету звуков почти в игре. Здесь просто очень тихо. Когда начнется игра, потом мне скажешь, во сколько раз увеличить громкость. Так, давайте, смотрите. Вот это пиньята, типа, да? Давайте последнюю. Видите, тут первая, обычная, вторая и третья. Мне кажется, третья будет прикольная. А здесь что мы можем выиграть? Смотри. Смотрите, немножко золота и какие-то там улучшения костюмов. Здесь много золота, много... А это не можем мы. Ну и, наверное, сложностями влияет, да? Ну, наверное, среднее возьмем. И теперь мы выбираем, какой костюм мы хотим получить. Ну, если честно, я хочу вот это получить. Я не знаю, что это, но давайте. Но мы все равно не получим, там надо. Поздравляю со 100 тысяч подписчиками. Спасибо, спасибо. Всем привет. Ну что, вспоминаем, как играть в китайскую версию. Я, честно, забыл. Так, а что мы тут делали-то? Тогда вместо стенки мы берем вот это. Ну, давайте так как-то. Я не знаю, что лучше придумать здесь. Давайте еду будем выращивать. По-моему, неплохая идея. Смотрите, они все 2 уровня зомби. То есть будет сложно. Но я готов попытаться пройти. Да, реально, музыка тихая. Я, наверное, сейчас еще громче сделаю музыку. Сейчас, секундочку. Давайте сделаем... Вот я сделал погромче. Если что, потом, может быть, еще громче сделаю. Так, ну расстраиваемся, как обычно. Тут ничего такого интересного у нас. Появляется первый зомбак. Мы его будем замораживать. Заморозку можно было и не брать. Я что-то ее случайно оставил. Сейчас посмотрим, насколько тут сложно. Ну, это типа пиньята. О, смотрите, появляется зомбос, что-то нам говорит. Приготовьтесь, бла-бла-бла. Сейчас будет сложно. Так, ну что, можно уже, наверное, горохомет ставить. Если зомбаки 2 левела, значит, у них, наверное, здоровье в 2 раза, может быть, даже больше. Не знаю, сейчас будем смотреть, насколько они сильнее стали. Ну, не нас... Не, ну, как бы... По-моему, точно так же он умер. Я не знаю, в чем фишка. Может, он быстрее переходит. Быстрее передвигается. Но пока я не видел. А, вот это не у всех 2 уровень. У них, видите, 2 уровень в начале над головой. Мы немножко стреляем по ним, и 2 левел исчезает. То есть это как бы как-то так. А, здесь нельзя докопать сюда. Значит, нам сюда надо. Мы не можем вкапывать вот это растение новое, да? Именно вот здесь, на переходе. Именно у себя можем только поставить его. Такие правила, в общем, ребят. Такие правила. Давайте так. Так. Так, давайте выращивать еду. Ням-ням-ням. Так, что-то нам тут говорят. А, новый зомбак появляется только первый раз, да, сейчас? Который будет сейчас переносить.
птицу, да? Ой, на птиц, птица будет переносить зомбака. В общем, такое дело. А, блин, его еще не остановить, смотрите-ка. А, ну нормально, успели. Справились. В общем, как-то так. Я сейчас, наверное, уберу, наверное, подсолнухи, потому что у нас слишком много солнца. Смотрите, сколько у нас солнца. Ну, давайте вместо вот этих растений выкопаем. О, новый зомбак нам показывают. Мы потому что этот мир не играли в прошлый раз. Это просто пиньята попалась. И мы первый раз видим этих зомбаков. Вот еще зомбак новый нам рассказывают. Какими растениями его лучше уничтожать. Смотрите, вот. У него много защиты. Скорость средненькая. Вот так вот. Ну, это для новичков, кто первый раз видит, в общем. О, кстати, эти-то пошли. Я что-то не заметил. Да, вот они. Главное, чтобы они назад не убегали. Вот смотрите, этот Йети пятится назад. Надо его сразу пытаться убить. Потому что за каждого Йети мы получаем награду. И в конце мы увидим, сколько ж мы там получили всего. В конце уровня. Так, а что у нас сверху творится-то? Мелкие импы там вообще обнаглели. Лезут. И лезут. А, потому что, ну да, там пушка появилась. Надо больше туда ставить. Ну, пират теперь выходит у нас. Появляется первый раз. Сейчас будет попугаем красть наши растения, да? Так, давайте сюда. Оп, оп, оп. Ой, давит. Давит, да, не заметил. Сейчас мы его сами подавим, раздавим. Ну чё, мелкий-то не убиваете? Грохомет это второго уровня у меня. Не убивает как-то быстро вовремя. Но это, по-моему, все, да? Это последние зомбаки остались. И сейчас посмотрим, какая награда у нас будет. Почему игра у тебя так быстро идет? В смысле, как быстро идет? Это просто китайская версия, она немножко быстрее, возможно, вам кажется, чем наша родная, так сказать. Поэтому она идет и как обычно, я не знаю, в чем ты увидел тут скорость. То же самое, мне кажется. А, еще, кстати, йети пошли, я смотрю. Вот, монетки падают, я не успел некоторые собрать, ну ладно. Это мелочь, на самом деле, здесь монеты прям так сильно не нужны. Здесь больше вот эти гемы нужны, которые никогда не падают. В нашей версии они чаще падают, чем здесь. Так, сколько у нас очков? 18 тысяч мы заработали. Давайте посмотрим, что мы выиграли. 3100 монет, и вот мы открыли костюм. Но чтобы в этой версии открыть костюм, чуваки, здесь надо его, я не знаю, раз 20 выбить. Здесь не то, что у нас пиньяту сыграл костюм открыть. Здесь надо, короче, очень долго. Ой, это мы второй день играем. Смотрите, награда нам дали, награду. И вот это каждая награда за каждый день. Это если, например, 2 месяца играть, то в конце что мы там откроем? 50 гемов, неплохо. А вот 30 гемов. 10 гемов, 10, 10. Короче, 3, 4, 5, 6, 7. На восьмой день мы можем гемы. Я просто после прошлого стрима не играл, и поэтому как бы здесь ничего и не получил. Потому что я постримил, и все, и больше я не играл. Я без стрима не играю. То есть, если я решил поиграть, то я буду делать стрим. Нам предлагают, смотрите, растение новое купить. Это такая звездочка няшная, да? Но надо стоит, смотрите, 50 гемов. А у нас сколько? У нас всего 5. Поэтому, к сожалению... А, за 400 мы купим 10 штук. Это значит, что, наверное, второй левел будет уже. Второй уровень. У растения. Ну ладно, все. Поехали играть летающий этот новый мир. Какой он там называется, я забыл. Sky City, по-моему, называется он. Я его уже проходил, но там, вы помните, застряли где-то то ли что такое. Но я буду набирать сейчас... Что это за кнопка, интересно? Не знаю, ладно. Я буду набирать сейчас звезды, то есть по второму разу я буду играть. А, можно второй левел взять, больше наград. Давайте попробуем против второго левела сыграть. Может быть, справлюсь я. Сейчас надо быстро покупать все. Быстро садить растения. Посмотрим. Так. Вот, кто не видел... Добро пожаловать, это китайская версия. Вот, это новый эксклюзивный мир, доступен только в китайской версии. Так, давайте подумаем, как лучше их убивать. А, смотрите, 448, это что, это новое растение у нас? Я не помню, мы, по-моему, у нас оно было, я забыл просто, как оно работает. А почему такая стоимость? 448. Почему она такая странная? Очень дорого, на самом деле. Но я попробую сейчас купить, показать вам, если у меня получится. Это, конечно... Так, как же их убивать-то лучше? Вертолеты нужны по-любому. Может быть, будем выращивать.
Может быть. У нас просто очень мало места на этой карте, потому что здесь надо летающие растения ставить, а у нас их нету. Вот это, наверное, летающие растения, а может и нет. Так, ну и что будем еще ставить? Наверное, какую-нибудь стенку, вдруг она пригодится. Я не знаю, может быть, не работает она. Может, бончоид это поставить, он будет, когда они подлетать, он будет их убить кулаками своими. По-моему, неплохо, да? Ну, давайте посмотрим, что получится. Здесь просто реально очень мало места, смотрите. Мало платформ. Невозможно ничего сделать, по сути. Ну, у нас второй левел, может быть. Ну, нет, все равно, наверное, не хватит этого. Ну, посмотрим. Я постараюсь пройти, конечно, но я говорю, что может быть очень сложно и ничего не сделать. Я бы, может, попробовать 448 накопить. Может быть, это растение офигенное какое-то. Ну, вот летит зомбак, он подлетает сюда и начнет сейчас... А, у нас пушка появилась. Я и забыл, что мы немножко дальше прошли. И теперь у нас пушка помогает, смотрите. Здесь можно даже пушкой управлять. То есть один выстрел делать раз в какое-то время. Я хочу везде, знаете, подсолнухи поставить. Чтобы... А он, кстати, не сильно пушка бьет, вы сами смотрите. Видите, да? Ну, давайте, смотрите, я ставлю, что будет. Ого, как они атакуют. Поэтому они такие дорогие, да? Но они атакуют только близко, я так понимаю. Видите, дальше они не атакуют. Сейчас я поставлю еще вот здесь. Давайте поставим. О, смотрите, я могу указать, куда ему атаковать. Вот, сейчас он, видите, сколько выстрелов делает пушка. Наверное, в пушке там Crazy Dave сидит, я не знаю, что там вообще происходит. Вот этого надо чувака стрелять, видите. Мы не можем что сделать, он летит. Его надо просто уничтожать на подлете, так сказать. За 448... А, на их нажимать, что ли, надо или нет? Или они, не, они сами прыгают? Сами по себе, время от времени. Их надо вообще везде поставить, я пока не ставлю. Посмотрим, что у нас получится. Вертолетов хочу побольше сейчас сделать. А это наше здоровье нашего дома, если видите, да? И вот, короче, нам надо что-то делать здесь. Игра не громкая? Звук плохой, в смысле, погромче делать? Или все нормально? А что эти ребята не атакуют? Почему они так долго думают, прежде чем атаковать начинают? Непонятно. Давайте используем, я не знаю, способность на них. Как они будут атаковать? Всех вокруг, что ли? А, они летающие, чуваки, я только сейчас понял. Так что мы можем их в следующий раз по-другому ставить на воздухе где-нибудь. Я просто не проверил сразу, мне показалось, они не летающие. Они реально летающие, то есть нормально. Так, давайте выстрел сделаем. Прицельный. Так, нужна еда. Больше вертолета. Вертолет еще блокирует, на самом деле, когда они стреляют по нашему дому. То есть это супер выгодно, как мне кажется. Ну, по-моему, пройдем мы этот уровень. Это последняя волна. Я так смотрю. Видите, подсолнухи нельзя в воздухе ставить, поэтому в этом-то и проблема этого уровня. Нужно, чтобы были какие-то летающие растения. Как вертолеты, например. До этого у меня только вертолеты были, мы первый раз используем вот эти вот. Может быть, они нам давали на один уровень, да? Но у меня этого растения нету, поэтому такие дела. Да, играю через BlueStacks, ребята, BlueStacks установил. Это эмулятор андроида, и вот так играю. Тут цена у растений разная, да-да-да. Разная. Слишком громко, вы говорите? Ну, давайте потише сделаем. Вот я поставил тише. Так, значит, мы прошли и получили награду. Плюс, наверное, вторую звезду все-таки получили. Смотрите, 6 наклеек, да, и 1000 монет. Что-то нам говорят еще. Типа, мы можем сделать апгрейд, да, нам говорят. Ну, давайте сделаем. А почему нельзя? Я ж вроде сделал все. А, может, эту кнопку нажать надо? Нет. Что-то не работает, видите. Я ставлю растение на апгрейд, кнопка не загорается. Не знаю, в чем проблема. Китайский язык я никогда не пойму. Если только вы мне не подскажете, в чем проблема. Потише говори или потише игру? Че, мне тогда игру погромче делать еще, ребята? Я не пойму вас.
и все по-разному говорить. А мы сразу две звезды, что ли, получили, или что? У нас же была одна вроде звезда, да? То есть можно этой сложностью проходить сразу на две звезды. Так что давайте проходить дальше. У нас 47 звезд, как я говорил. Сколько нам надо на следующую? На 50 будет, вот. Плюс одна еда у нас максимально будет вмещаться. А на 55 у нас лава-гуава появится. Так что давайте. Тут лава-гуава другая, я думаю, что не такая, как у нас. Она, может быть, чем-то отличается. Ну, сейчас посмотрим. Ничего не делай. Тише игру. Ничего не делай. Игру тише. Так, ребята, ну окей, я делаю среднюю громкость игры. После этого уровня вы мне напишите, было громко или нет, и мы решим, что делать. Все, поехали. Так, вот они. Я сейчас сразу начну те растения в воздухе ставить, не то, что я неправильно делал. А здесь больше будет подсолнухов у нас. То есть будет очень много денег. А, нам сейчас нельзя, здесь такой уровень. Мы не можем ничего делать, к сожалению. А, вот тогда мы и использовали, видите, это растение. Нам его тогда предоставляли. Вертолетики тогда были. Ну, если это нормальный уровень такой, не надо ничего делать. Само по себе все едет. Я думаю, пройдем тут без проблем. Как вам такая версия китайской игры? Кто первый раз на стриме, кто вообще первый раз китайскую видит? Ай, ребята, что-то я забыл, что это. Типа стенка была? Кто помнит? Наверное, стенка. Давайте посмотрим. Я реально забыл. Ну, выглядит как будто стенка летающая, да? А, она взрывается еще, что-то такое. Видите? Ну, не взрывается, а в плане, видите? Убивает таким образом как-то, наверное. Фиг знает, короче. И она одноразовая, наверное, я так понял. Это растение, походу, одноразовое или нет? А, самолеты долетают до дома и назад летят. Я так сейчас посмотрел. Вот такая механика у них. Да, я не понимаю, что тут происходит на самом деле. Все стреляет по всему экрану, я даже не замечаю. Так, давай сюда поставим. Под него, что ли? И сюда еще. Я просто особо не разобрался еще в этих растениях новых. Как их ставить лучше всего, как они стреляют. Но пока дом у нас в безопасности, я думаю. Без проблем пройдем этот уровень. Как скачать? Ну, посмотри в интернете. Найдешь, я думаю. Если в гугле тебя не забанили. Так, сюда. Не, ну нормально. Нормально, это последняя волна уже. Эта игра бесплатная, да, такая же, как и вторая версия. Я так рад, что ты начал стримить китайскую версию. Ну как начал стримить? Я уже второй стрим провожу, чуваки. Я не знаю, где вы были. У меня уже записи первого стрима на канале выходят. Так что заходите, смотрите. Вчера первая часть вышла, так что ничего особо не пропустили. Так, ну что, мы прошли. Сейчас посмотрю, какая награда будет. То, что мы прошли, это круто. А вот награду хотелось бы хорошую получить. Самый сложный уровень. Адрамалик заслужил рубиновые кнопки. А что за рубиновая кнопка? Я просто не в курсе. Так, 1000 монет и 6 костюмов. Так, это мы здесь открыли пушку. Видите, вот это была пушка открыта. И поэтому мы сейчас второй раз перепроходили. У нас уже пушка была доступна. И нам легче было, кстати. Ладно, давайте четвертый. Может быть, на 3 звезды мы все сможем пройти. Плюс награду получим. Кто помнит, на что мне монеты тратить? На апгрейды растений или можно новые растения как-то купить? Я, помните, показывал, какие растения были в китайской версии в прошлый раз? Значит, я не помню. Кстати, мы первый... Вот сейчас уровень прошли. Как вообще со звуком? Мем, микрофон тише я не буду делать. Микрофон как надо. Если хотите, я громче игру могу сделать. Пишите, короче. Давайте разберемся раз и навсегда. Громче игру или не громче игру. Все. Рубиновая кнопка 50 лямов подписонов. Она рубиновая, это называется? Мне казалось, алмазная какая-нибудь. Да пазлы трать там, где машина пени.
Че ты пьешь? Да чаек, чаек. Игру тише. Игру погромче. Блин, ребята, я не понимаю. То ли громче, то ли тише. Ну ладно, я ставлю громче, вот. Игра громче стала. Что за растение бело-красное? Где бело-красное? Вот это что ли бело-красное, ты имеешь в виду? Это как стенка, и в мире кунг-фу она сдерживает специальных зомбаков, которые притягивают. Но мы этот мир сегодня поиграем, я покажу потом в действии, если ты про это растение. Так, ну что у нас? Состав нормальный растений. Единственное, наверное, вместо пенька что-нибудь взять. Хотя что взять? Не знаю. Ну, пенек нам особо не нужен, наверное. И грохомет особо не нужен. Но, блин, тут у нас выбора нет, поэтому оставим как есть. Давайте попробуем пройти дальше. Сейчас будет все сложнее и сложнее, где-нибудь мы застрянем. Я просто говорю, что там реально сложно будет дальше. Но я постараюсь сегодня пройти как можно больше. Если я застряну, мы пойдем в мир кунг-фу проходить дальше по 3 звезды. Там очень сложно будет, но я попытаюсь что-то сделать. Так, сразу полетели они. Так, у нас сразу пушка стреляет. Сколько? Давайте посчитаем выстрелов надо, чтобы обычного зомбака убить. Видите, 2 выстрела вроде попал он, да? 3 выстрела. Наверное, 5 выстрелов где-то надо. 4 сейчас будет. Видите, зомбак еще жив, цел. 5. Нет, что-то вообще пушка плохо стреляет. А, это растение даже не убивает его. Я-то думал, убьет. Видели, да? Не убивает. Вообще пушка плохая, на самом деле, если так посмотреть. Она очень плохо стреляет. Только когда я вот так вот прицельно стреляю, тогда получается какой-то смысл в этом. А так урон как будто его и нету, на самом деле. Если так подумать. Может быть, это растение 448 стоит, потому что мы его только открыли. Оно типа не проапгрейженное, оно будет дешевле, если немножко прокачать. Возможно. Но это мои догадки, конечно. Мне кажется, бы он еще и самотон в конце поставит. Мы никого так и не убили. Видите, бочуй, как хорошо работает. Мне кажется, надо блокировать на самом деле вот этих, которые летают в самолетах. Потому что они долетают до конца, и все на этом, как бы. И они потом просто исчезают, я так понимаю. Надо просто, чтобы они меньше урона наносили. Так, надо еду выращивать. Не, вот эти огненные, что я поставил, не очень хорошо они идут. Либо банчо, либо грохомет здесь заходит в этом месте. Так, у нас здоровье уже половина, на самом деле, не очень хорошо. Ну, что поделать. Я пытаюсь как могу, короче. Ну, сложно, вы сами видите. Сложная китайская версия. Прицельный выстрел давайте используем. Я уже, видите, выкапываю подсолнухи, пытаюсь как-то усилить оборону нашу. Ничего не получается. Они все летят и летят и летят и летят. Я просто блокирую их растениями. Но это как бы не самый лучший вариант, наверное. Мы сейчас проиграем, кстати. Я не знаю, что надо сделать, чтобы мы тут выиграли сейчас прям. Еду я думал вырастить, но еды, видите, нет. Мы что-то тут жмем, я не понял, что это было. И снизу, видите, там проблема у нас. Все, видите, мы проиграли. Это реально сложно. Я попробую еще раз, я не знаю, может что-то получится. А подумать, что-нибудь по-другому поставить. Больше грохометов, может быть. Давайте попробуем больше грохометов. Я что-то вначале не ставил их. Может быть, тут реально через грохометы надо играть. Одни грохометы, забить на все. Или больше вот этих за 448 покупать.
Я не знаю даже что. Можно попробовать, знаете что? Еда нам не особо зашла здесь. Попробую через пенек и рахомет стандартно, да, сыграть. Но просто проблема в том, что я не могу там много поставить, поэтому, наверное, это не подойдет. Как же придумать-то? Ребята, у вас есть какие-нибудь мысли? Как тут лучше пойти? Пройти-то? Вот просто я по воздуху ничего не могу поставить, они все уничтожают. Давайте за 448, что ли, везде поставим. Или горохометы. Не знаю даже что. Ладно. Вот здесь горохометы, первый вариант. Дальше вертолеты везде будут стоять и за 448, как у нас там деньги будут позволять. Все, вот такая стратегия. Через горохометы начинаем сейчас. Они же вроде хорошие, потому что они второго уровня должны подходить. Сейчас увидим. Вот появляются, сразу ставлю, не жду ничего. Сразу горохомет у нас идет в бой. И еще надо важный прицел использовать правильный, выстрел вот этой пушки, чтобы вовремя... Ой, глаза чешутся. Ой. Чтобы вовремя все использовать, ребят. Что, они вначале много урона нанесли, на самом деле. Нельзя было так допускать, чтобы столько урона было. Так, по центру только надо добить. Давай, 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 давай. Так, ну нормально, кстати. Горохометы на самом деле справляются. Я так думал, что они слишком уж слабы для этого мира. Но так, если посмотреть, не так уж все плохо. Ну и все, везде вертолеты должны быть. Просто везде. Еду не буду тратить там. Рано пока. Чуть позже потрачу. А, он не долетает до конца, пока не уничтожит все это. Что, вертолеты может в одной линии ставить по центру? Как-то так, я не знаю. Как лучше всего ставить вертолеты-то эти? Я уже продаю горохометы, как видите, да? Чтобы что-то прикупить. Чтобы поставить горохометы... Нет, не горохометы я продаю, я не то сказал. Подсолнухи продаю, чтобы горохометы вторые ставить. Вот везде горохометы поставлю. Мне кажется, неплохо. Посмотрим, что получится. Не, мне кажется, можно еще этот уровень пройти без доната. Потому что это китайская версия, здесь как бы очень сложно должно быть сейчас. Но вроде как все нормально. В самолеты будем стрелять сейчас. Туда. Главное, чтобы самолеты были уничтожены, и проблем особо нету, когда мы их убиваем. Так, ну что, еду будем выращивать здесь? Так, сейчас будет последняя волна скоро. И если мы выживем, то, может быть, мы и пройдем уровень. А посмотрим. У меня курсор мышки такой маленький, что я часто просто не вижу, что происходит. Потому что реально тут столько спецэффектов на экране. Ну блин, ну что делать? Вот сейчас они стреляют. Я не понимаю, как их пройти надо, видите? Они стреляют, стреляют, стреляют. У нас уже здоровья мало, видите? Насколько мало здоровья у нас осталось. Сейчас они все проатакуют и все. Я вот прицел жду нажать. Быстрее, давай сюда. Нет, они говорят, типа, у вас мало здоровья, вы хотите там прикупить за какой-то донат здоровья. Я говорю, нет, я так пройду и посмотрим. Это последние зомбаки, на самом деле. Я под них даже подставляю растения. Мы сейчас, может быть, пройдем. Вот так вот под него ставлю, видите, он тогда не атакует. Если я под него... Все, короче. А, нет, не все, рано я сказал, ну-ка. Он еще атакует здание. Наш дом атакует. Все, короче. Ой, хорошо, прошли. Но я чувствую, следующий уровень уже все. Следующий уровень мы уже не пройдем. Привет.
Можно ли выбрать игру на стриме, стать модератором за топ-донат? Если да, то поподробнее, пожалуйста. Ну, короче, сегодня у нас какой месяц? Апрель. В конце апреля, если ты будешь на первом месте по донату за апрель, ты становишься модератором. Если ты нормальный чувак, то я тебя делаю модератором. Но если я тебя сделаю модератором, ты начинаешь какую-нибудь ерунду делать, ты модератором не будешь. Ну и, конечно, выбираешь на одну игру на стрим на субботний. Вот такие правила. Этот стрим будет у нас в мае, в следующем месяце. Первая суббота мая, короче. Вот такие правила. Так, ну что мы выиграли тут? 1000 монет, 6x. Костюм. Пятый уровень какой-то такой подсвечен. Видимо, сложно там будет или что. Тут, видите, такие вот они не всегда бывают, такие уровни. Но, видимо, там реально что-то сложное будет. Но попробуем, я его, видите, не проходил. 0 звезд у меня. А, кстати, здесь мы можем открыть апгрейд за 50. Вот. За 50 плюс одна еда у нас максимальная будет. И что? Ладно, поехали дальше. Тут второй сложности нету на 2 звезды, видите. Потому что мы еще не прошли просто так карту. Уровень этот. Сыграю в игру Paladins. Ну, может быть, когда-нибудь сыграю на самом деле. Попробовать просто, что за игра. Так, уровень такой же, поэтому, наверное, ничего менять не буду. Но будет, наверное, сложнее или все-таки легче, потому что это ж не на 3 звезды. Если мы прошли там, то, наверное, и это пройду. Сейчас посмотрим. Doom 4. Что за Doom 4? Это самый последний новый Doom ты хочешь, чтобы я играл? Но я должен вначале второй, третий пройти, я все по порядку играю. А, ну тут, смотрите, один зомбак летит. Да, он сразу с конусом, но он же один все равно. Аж нормально. Так, еще два зомбака. Мы так быстро убили этого. И этого, смотрите, тут зомбаки-то реально слабенькие, если так посмотреть. Тут один горохомет убивает их. А, по центру. Давайте сделаем так. Может быть, не стоило сразу так делать, но что-то... Я ненавижу, когда они стреляют по моему дому. Везде вертолеты буду ставить. Так, прицельный выстрел. Сюда давайте. Ой, что это такое, ребята? Это что, зомбос прилетел? И что, они жрать будут мои растения? Да ладно. И самое главное, они жрут в другую сторону, смотрите. А почему они не пожрали подсолнуха? Они начали есть подсолнух и дальше побежали. Вы видели, да? Я не знаю, что это было. Что-то им не понравилось, наверное. Плохой подсолнух попался. Или мы их убили просто, типа такая анимация у них. Фиговая. Так, снова высадка идет. Уже на другую линию, наверное, этот раз. Так, на какую? Сюда? Ой. Вот сюда он. Ну, кстати, вертолеты попадают по ним, даже нормально вертолеты использовать. Вообще такое видели когда-нибудь? Я первый раз вижу, что тут высадка была. Видите, тут чем дальше, тем больше всего появляется в игре. Но это не на 3 звезды, здесь намного легче. Сами смотрите, да. Я могу пройти весь мир, наверное, в такой стратегии. А вот на 3 звезды уже будет реально сложно. Не, нормально, нормально. Все, прошли, скорее всего, это последние зомбаки. Гнилой подсолнух, пишет Оксана. Ну, возможно. Кому-то вон скучно. Кто-то хочет, чтобы я играл обычную ПВЗ 2, типа китайская фиговая. Ну, не знаю, но тут столько всего по-другому. Все по-новому, и не знаю, почему вам скучно, ребят.
во что играть, чтобы вам не скучно было. Вам, по-моему, всегда скучно. Вам надо танцевать тут на столе, наверное. Играть в какую-то игру. Так, что-то тут будет, наверное, на этом уровне. Здесь какое-то описание слева по-китайскому. Хотя, может быть, обычный уровень. Сейчас посмотрим. Хрю, я в эфире. Так, что это, ребят, такое? Расскажите, что это такое? А, это я типа с пушки стреляю, что ли? Мне дают солнце, да? Смотрите, у меня есть солнце. Это луч лазер, да? А это обычные выстрелы. И мы будем сейчас их убивать. Видите, пушка меняется. Вау. Это типа бонусная игра. И нам надо, смотрите, 10 тысяч убить. Я не знаю, что такое 10 тысяч очков получить, да, за них. И как это действует? Что-то я не разбираюсь, чуваки. Ну, давайте попробуем. Вот так, можно лазером. Ага. Ну, тут, по-моему, есть смысл только лазером их убивать. Чё я их не убил? Может, 25 лучше стрелять вот так? А, тут можно вообще вот так стрелять. А, за них еще солнце дают, что ли? Так можно вообще тут легко проходить. Я думал, тут нельзя прям бесконечно стрелять. Видите, как мы стреляем. Ну, это как-то легкий уровень какой-то. Я уже 2000 набрал, да? Тут, наверное, только время ограничено. Вначале я только плоховато убивал, может быть, из-за этого сейчас проиграю. Так, а что за самолет? Подбить самолет может, можно? Ой, а что это такое? У меня мало здоровья или что там было? Какое-то предупреждение. Ну здесь тупо просто кликаешь мышкой, стреляешь и все. А как самолеты подбивать? Чего он не стреляет по самолетам? Я просто свое здоровье не вижу. Где мое здоровье какое-нибудь? Или тут просто время какое-то ограничено? Так, это ускорение, я так понял, пошло. А, все бесплатно становится, когда ускорение. Вот это когда такой режим. Я понял. То есть можно лазером стрелять, наверное, быстрее. Круче лазером стрелять. А лазер быстро не стреляет. Видите, как он стреляет фигово. Поэтому я стреляю за 25. Это покруче, мне кажется. Короче, вот такой непонятный. Ну, плохой режим, на самом деле. Ну, как бы прикольный, но не знаю, зачем его добавлять было. Это вообще какая-то непонятная игра. Какая-то ерунда, на самом деле. Согласитесь, да? Ну, странный режим. У нас, правда, солнца мало. Может, пострелять не так часто мне. Ведь солнце заканчивается. О, а можно сейчас подобрать солнце побольше. Бонус, типа. Солнце дали за самолет. В общем, вот такой уровень. Это типа бонусный, но шляпа была, на самом деле. Мне не понравился уровень. В этой игре нет здоровья. Здесь есть только очки нужно. Не, ну, не в этой игре. На этом уровне, наверное. Вот, вертолет у нас. Вертолетик. Так, значит, у нас новое растение. Будем сейчас тестировать. Вертолет какой-то. И здесь что-то типа босс вертолет или что? Это такая картинка непонятная. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. У меня 100 тысяч подписчиков. Ну, возможно, я даже не проверял, честно говоря. Я к стриму сейчас готовился. Может быть, сейчас и есть только. Ну, потом посмотрю после стрима. Так, бончой нафиг нам не нужен, судя по всему. И это нам не нужно. Нам что-нибудь типа... Ну, стенка нафиг не нужна. Хотя, может, мелких будут спускать они снова, может, против этого. Не, нафиг. Все, погнали. Новое растение тестируем. За 75. Очень дешевое. Это типа вертолет, но только типа дешевый. Может, он одноразовый, кстати. То есть ты ставишь, он взрывается, что-то типа того. Посмотрим. Ну что, игру уже никто не хочет громче делать. Все нормально. Так, два зомбака. Встречаем первого. Сейчас и второго еще встретим.
Так. Подсолнух. Сюда. Ну, пока он довольно-таки легкий уровень. Ну что, давайте ставить вертолет, смотреть, что он делает. А, он одноразовый, походу, да? Нам что-то открыли пак. Ну, тут знаете, какие паки здесь? Чтобы пак открыть, надо еще заплатить донат. То есть выпадает пак, то ты его не откроешь, пока не заплатишь, короче. Ну, чисто китайская версия такая. Это как в CS GO, да? Когда кейс выпал, ты его не откроешь, пока ключи не купишь. И таким образом пока не задонатишь. Ну, очень хитро все сделано. Очень все хитро. Видимо, с CS GO взяли опыт, наверное. Ой, самолет летит. Ой, еще и вылазка сейчас будет. Сейчас будем готовиться. Встречать импов этих жрущих. А, кстати, давайте посмотрим. А, смотрите, что происходит. С двух линий зомбаки в одну линию переходят. Видели, как это работает? За 75 растений. Она, кстати, очень долго восстанавливается. То есть его нельзя бесконечно ставить. Видите, я поставил секунд 20-30, она восстанавливается. И сейчас еще нельзя его использовать. Так что не, оно не такое хорошее, но оно дешевое. Единственный плюс. Оно реально дешевое. А что самолеты прямо сюда подлетели? Что за фигня? Их нельзя убить, что ли? А может, их можно вот так? А, работает, кстати, на них, видите? А, то есть они слетаются и потом разлетают. То есть какое-то время мы выигрываем таким образом. Так, я еду сейчас сделаю. Мы, кстати, практически здоровье не потеряли. Смотрите, у нас полное здоровье. По-моему, никто даже не попал за все время. Но чуть-чуть здесь видно. Процентов 5, может, там. Пару процентов, короче. Может, после этого другой мир? Нет, мы уже пройдем этот, пока я не застряну, как я сказал. А дальше будет кунг-фу мир на 3 звезды. Но там реально сложно, ребят, там реально очень сложный мир. А здесь другой мир нельзя открыть, ребята. Смотрите, если я сейчас нажму, вот наши миры, да? Мы находимся здесь. Ну, например, ледяной мир. Нажмем, да? Смотрите, что он нам пишет. 70 звезд нам надо, видите? Я не могу его играть. Либо 58 гемов, чтобы открыть, либо набрать 70 звезд. Поэтому в данный момент у нас 54, значит, нам надо 16 еще звезд. Если мы наберем 16, мы можем любой уровень здесь открыть, любой новый мир другой. Вот этот открыт, это кунг-фу, видите? Но там последний уровень зомбосс не открыт, потому что там надо все на 3 звезды, как вы мне сказали, пройти. Скорее всего, и здесь, в этом мире, то же самое. Видите, какой зомбосс здесь прикольный в конце? Но чтобы к нему дойти, надо, во-первых, пройти все уровни, а во-вторых, на 3 звезды еще пройти. Второй раз. Смотрите, новое растение скоро будет. Если я сейчас выиграю, 8 уровень пройду, да, у нас будет новое растение. Ну, давайте тогда погнали. Хочу новое растение посмотреть, что там такое. Так, что у нас тут? Что новое? А ну вот эти самолеты появились. Они, конечно, я не знаю, как их лучше всего убивать. А, здесь нельзя выбирать стратегию. Здесь нам предлагают растения. Ну ладно. Давайте. Сейчас ставить не буду, подожду, где первый появится. Так, где они? Снизу. О, смотрите, новая тема вот это, то, что я и говорил. Давайте заценим, сюда поставим. Как она работает. Давайте это поставим сюда. Как-то так. Сейчас затестим вот это. О, смотрите, как он стреляет. О, новое растение, это что такое? На воздухе нельзя ставить, да? А как она будет атаковать? Давайте посмотрим. А, она отсюда, смотрите, атакует. Видите? Прикольно. Мы скоро его откроем, кстати. Я, правда, не знаю, насколько оно дорогое. Но мне кажется, оно дорогое, потому что прикольно стреляет. Мне кажется, урон хороший там. Ну так мы скоро все растения откроем новые. Таким образом. Вот опять перестрелка это. Стреляют, ничего против них не сделаю. Очень сложно. А что если на них способность? А, вокруг типа взрыв происходит, я так понимаю. Ну да, вот это растение как стенка работает, на самом деле. Очень хорошо использовать. Но у нас, к сожалению, нет этого растения. Я бы прикупил, если что.
если бы была возможность. Но оно хорошее. Так, давайте взрыв вот так сделаем. Прицельный. Ну, пока нормально проходится все. О, самолет летит. И как мне его уничтожать? Смотрите, самолет летит. Никак, как бы. То ли много урона надо наносить, то ли что, не знаю, короче. Сейчас он врежется или что будет? Он типа таранит, наверное, наш дом. Но урон не такой большой был, на самом деле. Урон не такой большой, реально. Какое ваше любимое растение новое? Напишите в чатик, пожалуйста. Правда, я не знаю, как их называть, потому что вот это что это такое? Как называется вот это растение? Кукуруза летающая, что ли? Вот это тыква летающая, да? Типа пришелец какой-то. А вот это что такое растет, смотрите. Что это за растение такое? Понятно. Короче, я даже название не знаю. Блин, тут еще больше их стало. Но я вижу, что мы уже никак дом не потеряем. У нас здоровья много. Поэтому все нормально. Мне этот мир даже больше нравится, чем другой кунг-фу, потому что он как бы полностью новый и... Но он прикольный на самом деле. Он не такой сложный, как казалось бы. На 3 звезды сложно, а вот так вот пройти можно. Я просто вначале что-то не разобрался. А так на самом деле не сложный мир. Совсем не сложный. Мы пройдем, да, я думаю, его. И 70 звезд заработаем. Новый мир откроем по-любому сегодня. Так что оставайтесь, мы сейчас это все сделаем. Стримчик у нас всего 49 минут идет. А мы уже сколько прошли. Мы уже сколько звезд заработали. Скоро пройдем. Да, кукуруза всем нравится. Действительно, кукуруза хорошее растение. Вот это растение что-то я пока не понял. Оно какое-то... Ну, мы будем его использовать, но оно странное. Но выиграть время немного. Наверное, урон наносится какой-то. Все, у нас появилось новое растение. Будем сейчас его использовать. Смотрите, что дальше нас ожидает. На 15 уровне у нас будет типа босс какой-то, видите? Я не знаю, что там будет, но что-то будет. А финальный уровень у нас 25 вроде, да? Вот он. Смотрите, какой босс будет на 25-м. Механический. Я надеюсь, его нас пустят и без 3 звезд. А может быть, придется по 2-му разу проходить. Я вот не знаю. Ну, посмотрим. Так, что мы делаем? Сюда, да? Поехали. О, новое что-то появится, смотрите. А, нет, это было. Вот этот, который спускает импов прямо нам на базу. Появится. Но он был, просто редко он бывает. BlueStacks называется программа. Не Текс, а Stacks. И чтобы программа хорошо работала, надо в BIOS включить виртуальные, там, что-то там, виртуальную... Виртуальную машину поддержку. Потому что без этого игра... BlueStacks тормозит ужасно. Я пока разобрался, вот и сейчас нормально. Кукурузы у нас, кстати, нету на этот раз, забрали. Это был только 1 уровень, нам показали, что есть такое растение. Но нам его не дают, к сожалению, разработчики. Они хотят, чтобы мы заплатили денежки, и они себе новый Феррари там купили. Да. Ну я-то не без доната прохожу, чуваки. Я только в оригинальную игру покупаю растения. И знаете, почему я покупаю? Потому что мне как-то хочется всю коллекцию, а платные растения по-другому не получить, поэтому и покупаю. Ну а что делать? Мне ж надо показать как-то растения такие. Чтобы вы уже поняли, там, нужны они вам или нет. На чем играешь? На компе? На Windows 10. Windows 10, как обычно. Так, начнем с горохометов. Было все нормально вроде. Ну что, а как, давайте поставим, как она будет стрелять. Она только сблизи стреляет? А, не, она и так стреляет. Может быть, она круче, чем горохометы эти, а? Вот эта электрическая фигня какая-то. Я не знаю, что это за... О, смотрите, наше растение, в них молния ударила. Что теперь с ними такое? Они теперь слабее, что ли, будут? Непонятно. А, смотрите, над ними что-то еще появилось. Что это такое? Мне говорят, что мне надо вот так вот пальцем нажать. А что будет? Ну... Вы видели, я нажимаю. И что дальше? А, мы можем так вот пальцем... А, наши растения просто взорвались. И поэтому, может быть, эти электрические здесь надо ставить. На них это не работает. Что-то мне кажется, возможно, такое. Мне надо как каждый раз пальцем так уничтожать все.
Непонятно. А, не сработало, да. Я проверяю, как это растение работает. Не работает оно именно так, как я хотел. Ну, что-то я еду потратил. А, они просто врезаются в наш дом в конце. Вы видели, как это работает? О, еда есть. Ну-ка. Сейчас заценим, смотрите, как электричество. А, оно что-то не очень работает. Что-то мне не понравилось, как это работает. Ой-ой-ой-ой-ой. А это типа взрыв будет, если я не успею. Смотрите, что с нашими подсолнухами. Они что, сейчас умрут, что ли? Или они не вырабатывают растения? А, по ним молния бьет. И что делать мне против этой молнии? Я что-то не понял вот эту фишку новую. И что, я сейчас все растения потеряю свои просто или что? Не понял, короче, не разобрался я. Чё за фигня? Так, ну в целом, вроде как мы прошли уровень. Как бы было сложно, но ничего, как бы мы справились. Все нормально. Эта электрическая фигня поглощает энергию молнии. Это наше растение, ты про это говоришь? Про это растение, красное. Это красное растение перед молнией на себя. Ага. Берет молнию на себя, я понял. Надо, короче, ставить вместо горохометов почаще. У нас лава Гуала открылась. В прошлый раз мы что-то не заметили, да? Будем мы, может быть, использовать, но не на этом уровне. Мы в кунг-фу мире будем использовать. Здесь как бы лава Гуала особо не нужна, честно говоря. А, за 150 монет, за 150 солнца мы можем вторую лава Гуала открыть, видите, левел 2. Да, здесь мы все остальное пооткрывали. Вот это все мы открыли.